Показалось, поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Фен. Нолик, ты где? Я тут. Хочешь, фокус покажу? Ой! Ой! Классный фокус! Долго тренировался? Да не этот фокус, а фокус с гелием! С каким гелием? Ну, гелий – это такой легкий газ, которым шарики надувают, чтоб летали. Тоже мне фокус! Я 100 раз видел, как шарики летают! Да не про это фокус, мне нужен гелий и шарика. Как же его достать-то? Я знаю как, только нужен фен. Для чего? Для фокуса. Ладно, мам, можно я фен возьму на минуточку? Фен придумали, чтобы сушить волосы. Внутри фена спрятан вентилятор, который выдувает наружу струю воздуха. Воздух треплет волосы и сушит их. А еще внутри фена есть электрическая спираль, которая нагревает выходящий наружу воздух. Это тоже, чтобы волосы лучше сохли. Конечно, подогрев можно и не включать. Тогда фен будет дуть холодным воздухом. Нолик! Здесь я! Вот фен. Давай свой фокус. Сейчас! Включи фен! И положи этот шарик сверху на струю воздуха! Здорово! Не падай! А теперь полечу я! И? Ой! Ну да! Подлечу к потолку, схвачу нитку и стащу шар вниз! Шарик вниз. Не получается! Это, наверное, потому что ты слишком маленький и легкий. И что? Будем ждать, пока я вырасту и потяжелею? Не знаю. Нет, я так не согласен. Зови Симку. Симка, выходи! Ну что тут у вас? Вот. Здрасте. И как ты там оказался? Я Дим Димычу фокус с феном показывал. Смешной фокус, ха-ха-ха. А давай я тебя феном к Нолику подниму. Чтобы нам вдвоем там болтаться. Спасибо, не надо. А что надо? Швабру надо. Ты что, знаешь фокус со шваброй? Ага, давай быстрей. Люди – существа хитроумные. Иногда обычным прибором они находят необычное применение. Вот, к примеру, фен. Им можно сушить не только волосы, но и мокрые пятна на одежде. А еще с помощью фена можно отклеивать липкие ценники. Скажем, купили вы новую кружку, а на ней такая противная наклейка, ничем не отдерешь. Попробуйте погреть ее феном. Клей подсохнет, и наклейка отлипнет. Короче, фен очень полезная в хозяйстве вещь. Только будьте с ним предельно осторожны. Особенно в ванной. Если в этот электрический прибор попадет вода, вы рискуете получить страшный удар током. А фен так и вообще сгорит. Ура! Идем на посадку!
Фиксик. Ты? Я. Ха! А смотри. Эй, ты что делаешь? Хочу вдохнуть немного гели. А это не вредно? Чуть-чуть можно. Привет, ребята! Ой, Тим Димыч стал Фиксиком. Я же обещал фокус. Смешно? Ой, не могу! Какой у тебя голос клявый! Все, я уже не Фиксик. Гелий всего на несколько секунд голос меняет. Ну и хорошо. А то такой огромный Фиксик ни в один прибор не влез бы. А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие Фиксики? Большой-большой секрет.